всем мире, дизайн уже настолько глубоко проник во все сферы жизни, что если его не концентрировать еще специально в какое-то время, в каком-то месте, то очень сложно вообще о чем-то говорить. И очень важно вот именно, что в такие недели происходит концентрация самого-самого лучшего, самого актуального, собранного со всего мира. Я не знаю, я еще считаю это как катализатор такой местной активности дизайнерской. Теперь это можно так, это так делать, и начинается… Идейное брожение. Да, идейное брожение. А давайте сядем, обсудим, у кого какие технологии есть, и начнем что-то делать. Вот, я говорю, о, классно, движуха пошла. Номер один – это, конечно, Лидлкорт с ее экспозицией. Очень близкая лично мне тема именно биомимикрии, поэтому испытал огромное наслаждение. Калани – это вообще особая тема. Его всегда мало, смотреть его кусочками как-то, да, жалко, но вот в прошлом году часть посмотрели, в этом году вторую, еще какую-то часть. Витражная матрешка поражает издалека, когда ты понимаешь ее масштаб и представляешь, куда ее можно поставить. Да. Я представляю, что ее можно поставить в храм нового поколения, новой эстетики, и это будет потрясающе. Такой символ, который ушел в абстракцию, но человек читает и матрешку, и Богоматерь, и все эти религиозность, она вся внутри содержится. Я даже думаю, что вокруг нее можно выстроить храм новый. Да. Кстати, отличный арт-проект. Выстроить, предложить сделать вокруг этого храм с новой эстетикой. Правда, я бы с РПЦ не связывался. А мы не назовем это православным. Мы представляли здесь старт международного дизайнерского конкурса «Наяда. Архивызов», который мы совместно с компанией «Наяда» готовим как консультанты. И использовали такую возможность, чтобы все потенциальные участники имели возможность прийти, посмотреть и пообщаться непосредственно с руководством компании. Конкурс «Наяда. Архивызов», он рассчитан в первую очередь, естественно, на дизайнеров, которые нуждаются в реализации своих идей, которые, ну, в сегодняшней России всем известно, что довольно сложно осуществить. Сегодня мы презентовали события, связанные с открытием нашего шестого уже архиконкурса, переименованного нынче в «Архивызов». И всему есть, в общем, новые смыслы этому переименованию, новые значения и новые задачи. Это география участников, и сколько людей участвовало, и сколько они получили работ, заявок, и сколько мы получали, да, сколько за 5 лет. Ну, огромное количество людей поучаствовало в нашем конкурсе, и с географией большой. Порадовало, что, во-первых, на презентации собралось достаточное количество народу. Даже стульев не хватило. Стульев не хватило, да. Народ – это первая часть презентации, а вторая часть – это когда люди задают вопросы. И по уровню вопросов, по их глубине, ты понимаешь… Насколько они готовы, на самом деле. Те ли люди собрались? Не, да, на самом деле, стоит человек и говорит, а в чем вызов-то? В чем архивызов, да. Нет, а вот как раз вот этот вызов, на самом деле, мне кажется, он имеет определенное отношение и к Московской неделе дизайна. Мне кажется, что здесь нужна сильная русская часть в следующем году. Потому что то, что я заметил по общению с западными звездами, которые здесь приехали, им это интересно увидеть. Им интересно не просто съездить, показать свои проекты здесь, им интересно также увидеть чего-то, чего они больше не видели нигде. Это нужно и для нас самих в том числе. В следующем году мы, кстати, готовы, да, ну, собственно, сделать мы, большую русскую экспозицию. Мы готовы сделать большую русскую экспозицию. Это вот самое то. Да, тем более про процесс. В этом ты и вызов. В этом ты и вызов, да. То есть вызов широкий. Я когда был на сателлите, в этом году, во-первых, много проектов, порядка 40. Это, каждый год их много. И в этом году очень много русских участников. Там, по-моему, 2/3 русских участников, наконец-то, и проект очень хороший. Я вот просто ходил, разговаривал там с многими и вот радовался. Хорошо сделано. Реально, уровень резко вырос. Уровень резко вырос. И выросло количество людей, которые хотят что-то делать. Moscow Design Week is organized by Art Trading Group. The official car of Moscow Design Week is a Range Rover.